Всем привет! И сегодня суббота, и я Валерий Пермин. Сегодня у меня в гостях на квартирнике прекрасный, замечательный, летний, веселый, позитивный коллектив. Это квартет Полякова и очаровательная Аня Шинковая. Солисты Омской филармонии, на минуточку. Итак, мы начинаем. Ребят, ну, сегодня у нас такое вот будет неформальное общение. Ты у нас впервые. Мне приятно, что ты согласилась на такое вот, на нашу авантюру. Всегда за. Пришла на квартиру, не побоялась, ни слухов, ни молвы. Вот, потому что уже ребята тут уже не первый раз, а вы с Володей, да, по-моему, впервые. Я надеюсь, вам понравится, и мы сделаем такое вот, знаете, превратим квартиру в клуб. Хватит здесь уже. Привет соседям. Соседи привыкли. Вот. Ань, ну, знаешь, вот сразу как-то мы начали с позитива. И я не буду задавать всяких каверзных вопросов, но все равно сегодня больше атаки будет на тебя. Поэтому ты готовься. Потому что ребята уже отвечали на какие-то вопросы. Затыл крепкий. Да, да. Затыл можешь быть свободно. Вот. Поэтому, знаешь, вот у меня к тебе сразу вопрос. Вот. Куда бы ты хотела вот поехать, вот попутешествовать? Вот какая страна, вот одну страну из всех назови, куда бы ты хотела вот попасть вот, с удовольствием? Это знаешь, не подсказывай, Юра, не подсказывай. Никак. Крым, ну, и так, свете, Крым и так наш. Да, в свете последних событий, когда мы, скажем так, вообще не можем никуда поехать, не вот, имели да, такой да, возможности. Вот я поэтому и спрашиваю. Мне кажется, вообще передвижение даже на электричке куда-нибудь в район, там, не знаю, там, Называевки или Калачинска, и Татарки будет вообще великолепно. Вот, страна, ну, я не знаю, даже однозначно не могу сказать. Поляков вот мне подсказывает Бразилия. Я так и понял по первой песне, кстати. Это моя мечта тоже. Я тебе, знаешь, скажу, потому что вот... Мы когда, у нас был клуб Мецофорте, да, и у меня была мечта поехать на Кубу. Но я тебе хочу сказать, что все мысли, они материальны. И я поехал на Кубу, именно поехал на Вородеро. Та композиция, которую мы играли, там, Коля Чупин, Паша Краснова, она называлась Вородеро. И когда я был там, я им звонил, говорю, чуваки, я на Вородеро. Понимаешь? А Бразилия, это моя уже вторая мечта такая глобальная, знаешь, чтобы туда поехать, там карнавал и все, да. Ну, ты знаешь, Аня, я тебе хочу сказать, что там карнавалы проходят зимой, как раз когда у нас елочки. Ну, когда ты наряжаешься в скрипку. Когда с тобой рядом Габой. Да, прекрасно. Вот. Ну, а вообще у тебя мечта Бразилия, да, вот сюда? Да нет, я вообще очень люблю путешествовать. Я не могу сказать, что могу позволить себе это, позволить часто путешествовать. Но вообще, как бы я хотела, конечно, такой туром по Европе посмотреть ту культуру и окунуться в это. Ну, я думаю, что здесь как-то не было такой какой-то... Да, потом Бразилия. Какой-то прям такой мечты. Вот одна страна, которую я хочу прямо вот увидеть. Да, во всех странах есть свои какие-то прелести, мне так кажется. Не назову я страну. Ты знаешь, я хочу сказать, что у нас уже мечта практически сбывается, потому что самба уже прозвучала, а следующая композиция будет тоже связана с Бразилией, насколько я помню, да? Это Антонио Карлос Наш Жобим. Кстати, великий человек, вот для всех наших смотрителей, слушателей, я хочу сказать, что это человек, именем которого назван аэропорт в Рио-де-Жанейро. Имени Карлоса Джобима, который написал все вот эти вот босановы, а благодаря Стэн Гетсу мы их услышали в Америке и в Европе, да, Юр? По-моему, да? Мы услышали, мы в Омске услышали, когда он их привез в Америку. Ну, ребят, к музыке тогда, и что, пойдем на гору? Пойдем в гору. Карковада. 38 метров, статуя Христа. Карковада. Quiet walks by quiet streams, and the
прямо вот вообще, как будто на гору забрались на 38 метров, да, и не совсем не устали. Ань, ну замечательно, знаешь, ну, чтобы тебя получше узнать, потому что мы с тобой знакомы-то давно, а практически никогда не общались вот так вот близко и тесно, знаешь, и мне вот вдвойне приятно, что ты сегодня здесь, и Юра тоже, что ты здесь. Знаешь почему? Потому что у меня растет дочь Аня, и на фортепиано будешь учить ее ты, а петь ее будешь учить, Аня, ты. Видишь, какую параллель провожу, да. Да, Сережа на ударных, она уже все там, уже, видишь, на ударнике там освоила, да, вот азы. Вот, и Ань, ну чтобы тебя лучше узнать, мы подготовили экспресс-вопросы, каверзные, а может и не каверзные, и на них вот отвечай быстро, если они будут с вариантами ответа, ну я, ты знаешь, если честно, я уже варианты ответа знаю, что ты ответишь. Ну, может, ты ответишь по-своему, поэтому все принимается, поэтому поехали. Максимально. Максимально правдиво? Максимально. То есть, так ты хочешь, чтобы не только ты узнал меня, да? Я хочу, чтобы узнали те люди, которые будут смотреть, слушать, и которые придут и скажут, слушай, мы смотрели концерт. Вообще, знаете, ребят, еще раз вам говорю, что вот это вот делается для чего? Это такой своеобразный анонс концертов, которые мы будем давать, когда нас выпустят из заключения. И когда мы заберемся все, и даже я думаю, что может быть зреет такой большой концерт, как будет называться «Квартирник» на сцене филармонии, понимаешь? Шикарно. И все, кто будут здесь, знаешь, мы превратим такое... Да, нет, зрители, чуть-чуть будет побольше. Тапочки выдавать. Чуть-чуть будет побольше. Это, ты опять анекдот этот вспоминаешь, да, как, что этот джазовый музыкант знает очень много аккордов, а в зале сидит, слушает три человека, да? А рокер знает три аккорда, да? Ну и там дальше уже понятно, что... Так, ну возвращаемся к опросу. Я специально сейчас скрещу пальцы, потому что если что, она соврала, то пальцы скрещены. Ладно. Джаз или поп? Джаз. Конечно. Имеет способность перематывать жизнь назад или ставить на паузу? Ты бы что сделала? Перемотала или поставила на паузу? Ставить на паузу. Окей. Встретиться с Даяной Кролл или Аллой Пугачевой? Или свой ответ можешь? Я бы с вами, да, чаще бы встречалась, лучше на самом это деле. Это достойный ответ, я вот знал, знаешь, не Даяна Кролл, не Алла Борисовна, да простит нас Примадонна. У нас свои Примадонны. Сыр или шоколад? Сыр. Иметь Ламборджини в своем гараже или библиотеку из 9000 книг и знания бесконечные, безграничные? Да как-то может гараж сначала. Ты знаешь, я с тобой абсолютно солидарен. Книги никуда не уйдут. Мои книги Ламборджини впихнем. В конце концов, на книжку нам это самое соберем. Да, клавишные или ударные? Клавишные все же. Клавишные, да. Театр или кино? Театр. Театр. Ну. А кем ты хотела стать в детстве? Так я вообще-то много рассказываю эту историю. Можно, да, уже не экспресс? Да, можно уже. Еще уже и пальцы разлепила. Можно транзит уже почтовый багажник. У меня была какая-то такая вот штука, что я, конечно, очень хотела много попробовать освоить профессии. Я думала так, в понедельник я буду врачом, во вторник я буду педагогом, в среду обязательно стеклодувом, не знаю почему, в четверг продавцом, в пятницу я буду певицей. По пятницу, ну понятно, рестораны пятницу. В субботу парикмахером, а в воскресенье я буду отдыхать. Но могу сказать, что несколько вот этих профессий все-таки я освоила. Стеклодува как-то вот не получилось. Вот. Но еще, по-моему, да, еще впереди. Еще как бы. Еще все впереди, да. Но ты знаешь, у меня еще такой вот вопрос, я все хотел тебе задать. Вот есть такое выражение, знаешь, что эту партитуру спасет только глубокое декольте. Были ли у тебя случаи, когда у тебя спасало какое-то произведение именно глубоким декольте? Ну, мы сейчас тоже вспоминали с ребятами всякие смешные истории из нашей жизни. А вот прям, в частности, глубокое декольте, может быть, и нет. Там, я знаю, что дамы некоторые любят кланяться-то и вот так, и всякое разное. Декольте было, да, вот подсказывают мне мои коллеги. А что там было? Спасло? Спасло. Вот, далее ничем не... Вот буквально вчера я вспоминала смешную историю. Нет, декольте-то не спасало. У меня, не помню просто, а как-то сидела, значит, в гримерке, ждала выхода на сцену в «Оскаре», по-моему, это дело было. Сижу, значит, и в красивом коротком платье, в золотом. И быстро меня зовут. Давай, иди быстро на сцену. Я вскакиваю, бегу на сцену, и все, мои, значит, все угорают, кто в гримерке сел. Потому что сзади у меня колготки прилепились, вот так и хвостом тянутся. Я с этими колготками иду на сцену. Вовремя
просто одернули. Так что, ну, чувство юмора спасает всегда больше, чем... Это здорово, Аня. Вот, приятно общаться с людьми, которые есть чувство юмора. Ни о чем не надо что-то выдумывать. Понимаешь? Вот, мы идем вообще не по сценарию, если честно. Это вообще прекрасно. Ну, хотя, знаешь, Юля, да, спасибо тебе, что ты его пишешь. Поэтому, ну, просто мы уже, знаешь, как музыканты оркестровые, мы всегда должны смотреть в ноты. Партитуру. Партитуру, да, в ноты. А в вашем случае спасает декольте? Декольте в нашем случае. Ты знаешь, у нас бывают такие произведения, что даже декольте не спасает. За все квартирники, сколько их здесь было. Я все мечтал, когда же здесь будут танцы. Наконец ты пришла, и я осуществила эту мечту. Здорово. А знаешь, что я вот сейчас пела замечательно, и я вспомнил, я когда приехал в город,
И вот первым впечатлением джазовым для меня была Татьяна Абрамова, вот если честно, из вокалиста. Да? А ты же ее ученица. А вот сидит человек, который тоже ее помнит. Тоже ее ученик. Тоже ее ученик своего рода. Нет, ну Андрей, конечно, муж Татьяны был. И мне вообще, знаешь, я подумал, что все-таки, когда люди уходят, а остаются, когда остаются такие ученики, как ты, я думаю, что даже эта короткая жизнь была прожита не зря. Когда вот я сейчас приблизилась к рубежу, скажем, того возраста, в котором она ушла, мне как-то вот очень не верится, что вот в этом возрасте она была именно такой, мудрой, крепкой, сильной, мощной, многогранной, интересной, талантливейшей и вот просто любящей всех, кто делает в жизни свое вот что-то такое свое, тому, кто есть, вот кому есть что-то сказать, она всегда могла подсказать, дать путь, как-то и ко всем имела подход. И я не могу там, ну вот сказать однозначно, что хорошо, что вот есть такие ученики. Наверное, хорошо, но мне там до этой величины вообще никогда не дотянуться, потому что, ну, это несравнимо, вообще никак. То есть для меня она, конечно, она просто великий учитель и человек, и на большом любом концерте, который есть, я, конечно, стараюсь сделать всегда посвящение своему педагогу, потому что Бог, родители и педагог вот меня как бы, собственно, и, сделали. Да. Ну, ты знаешь, я знаю, ты человек скромный, я просто знаю, что у тебя тоже есть ученицы, понимаешь, они тоже нехилые. Я буквально вот недавно мы встречались, когда, да, я видел одну из твоих учениц, и, в принципе, это очень достойно, смена растет, и меня это радует. Вот, и я думаю, что, наверное, все-таки надо будет все-таки настоять на том, чтобы сделать концерт, наверное, памяти была Татьяны. У меня такая мысль, и да, не просто концерт, не в органном зале, а именно на большой зале, сцене, там все. И с теми людьми, как бы, которые учились у нее, с выпускниками разных лет, которые там состоялись в профессии. Это было бы очень интересно и здорово, потому что это имя, которое гремело вообще-то в Омске, и это первый человек, который вот джаз возвел в Омске, мне кажется, на такой вот уровень достойный. Я думаю, что, да, что вокально и просто вот как бы в плане роста жанра и вообще в любую песню, которую набрала. Давай будем настаивать на этом проекте. На этом. Андрей, ты не против? Не зря же. Надо же попробовать. Тут же, видишь, сейчас это авторские права и прочее, это самое использование имени. Тут же надо как бы. Андрей Николаевич, кстати, подпишется. Подписывается на всевозможные. И сам является этим. Да, вот, все. Идейным вдохновителем таких подобных историй. А у нас, знаешь, следующая рубрика у нас «Что за день?». Сегодня у нас 11 июля, и сегодня Всемирный день шоколада, праздник огурца в Суздале, представляешь, такое есть? День подбадривания одиноких, но это в США, они подбадривают друг друга. У нас мы день подбадривания каждый день, когда позвонил. Вот чем отличается, да, у нас Европа там от Америки, от России, да? Мне рассказывал ныне покойный Эрих Розен, царство небесное, он дружил очень сильно с пианистом, с Петровым, вот, и говорит: «А чего ты не живешь-то в Германии? У тебя там квартира, все есть». Он говорит: «Ну, понимаешь, Эрик, вот мне стало хреново в 2 часа ночи. Я звоню тебе, говорю: Эрик, у меня есть бутылка водки, давай кирнем». Он говорит: «Да давай, конечно». А чтобы к немцу пойти, это надо за месяц записаться, что ты к нему придешь, что поэтому наша русская душа. Даже если он друг, даже если. Я сам через это прошел, и в Германии 5 лет прожил, и я знаю, как к ним ходить в гости. Вот. А еще сегодня праздник моря, день черничного маффина. Ты знаешь, что такое маффин? Да, я их иногда стряпаю даже. Серьезно? А вот ты знаешь, я не знал, пока не загуглил. А что такое маффин? Кексик. Кексик, да? Кексик, точно. И день бесплатного слурпи. Вот слурпи, что такое? Слурпи. Знаешь, что такое слурпи? Понятия не имею. А как что ты думаешь? Какое-то слово, смурфик какой-то. К чему это относится? А как еще раз там прилагательное какое было? Какого смурфи, снурфи, кюрфи? Бесплатного, бесплатного. Вообще. Ну то, что мы любим, бесплатное. Тебе два? Майеру тогда два слурпи. А это услуга или продукт? Это продукт, это продукт. Ну мы, ладно, не буду томить. Это фруктовая вода с колотым льдом, оказывается. Представляешь, фруктовая вода. Ну, по нашему компот. Сейчас все закончится, я тебе угощу. А, есть? Ну, сейчас лед заколет, там, это сам. Мы положили лед только сейчас, только недавно узнал. Вот. Друзья мои, ну, наш вечер подходит к концу. Но мы не прощаемся, как всегда говорим, до свидания. Сегодня в гостях была замечательная команда, квартет Юрия Полякова и
прекрасная нашинковая. Ну а мы говорим спасибо вам, а Аня говорит спасибо, музыка тебе. Чудо, я ожиданием жила, и робкая в начале вешним сверкающим днем вдруг тихо зазвучала музыка в сердце моем. Спасибо, музыка, тебе спасибо. Вечной нежности полна и силы. Благодарю за светлый миг, когда мне вдруг открылся целый мир. Твой мир, музыка. Как это все случилось, так стало явью мечта. И сердце вдруг забилась этой мелодии в такт. Жизнь радостью богаче самых стремительных гряз. А что все это значит? Может быть, просто любовь. Дорогие друзья, сегодня в гостях у меня были Юрий Поляков, фортепиано, Андрей Соловьев, бас-гитара, Сергей Майер, ударные, Владимир Мельников, саксофон, очаровательная Анна Шинковая. Спасибо, музыка, тебе спасибо, ты вечной нежности полна. И силы благодарю за светлый миг, когда мне вдруг открылся целый мир. Твой.